он бы являлся администратором данного чата. Правильно я так понимаю? Да. Что обсуждалось в данных чатах? Какие вопросы там обсуждали? Идеология обсуждалась и просто какие-то бытовые моменты. Какая идеология обсуждалась в данном чате? Идеология национал-социализма. Скажите, пожалуйста, какую роль играл в данном чате? Как идеологический двигатель. Призывал в ходе обсуждений в чатах применение насилия в отношении данной группы лиц. Так, я были соведущими, задавали вопросы, интервьюировали. Вот, и, соответственно, носили телесные повреждения. Здесь он залил перцовкой, потом баллончиком, человеком славянской внешности. Вот, я пошел сюда, соответственно, для того, чтобы нанести ему телесные повреждения. Поясните, показания давать желаете? Да. Что там произошло? Избиение. Какие вопросы вы обсуждали в данном чате? Тема, касающаяся национального социализма. Да, там обсуждали данную тему. Какой идеологии там придерживались лица, которые стояли в данном чате? Каждый придерживался. Каждый по-разному. Были националисты и были нацисты. До этого какой-либо позиции придерживались? До этого придерживался политических взглядов национализм.